Александр Алексеевич Олейник. Родился 5 декабря 1927 года. Старший сержант. Служил в 60-м стрелковом учебном полку 73-й дивизии. Награжден медалью «За победу над Германией». Проживает в станице Северской с семьей внучки. Окружен любовью и заботой. Уважаемый Александр Алексеевич, сегодня от всей души я хочу поблагодарить вас за совершенный вами подвиг, за то, что вы пожертвовали своей юностью и здоровьем ради своей страны и ее жителей. Низкий вам поклон за ваш героизм, стойкость и смелость, здоровье, счастье и благополучие. С 9 мая!